Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня я покажу обзор своей новой посуды. Посуда у меня Luminex, Divali, Блюя и так и, короче, синь, голубенькая и зелененькая. У меня два цвета. Предыдущая посуда у меня была черно-белая, тоже два цвета, и в этот раз я решила тоже так же разнообразить, купить два цвета. Здесь, смотрите, у меня получается, купила я ее на 2445 рублей, то есть, ну, почти 2,5. Здесь каждого получается по 4 штуки. У нас получаются здесь блюдца, такие вот, они очень красивые, это стекло, каленое стекло. Ее можно в микроволновке разогревать. Предыдущее у меня тоже каленое стекло, я потом в конце ролика покажу их. Вот, так. Здесь написано, что ли, модель... А, Париж. Сделано в Париже. То есть даже к нам в Россию приехали из Парижа аж. Вот, то есть у меня получается две такие голубенькие, нежно-голубые, я бы сказала. Вот, две нежно-зеленые, они очень красиво смотрятся. Такие вот именно вдвоем они. Есть еще, кстати, цвет белый, по-моему, есть. Есть серый и вроде бы как есть нежно-фиолетовый. Но вот это я точно не уверена, потому что вроде бы я находила на сайте, но есть еще такая же похожая посуда, но она прозрачная, наполовину вот так вот рукой проводишь, и с той стороны видно немножечко руку. Ну, такая полупрозрачная. Вот там, кстати, цветов больше. Там нежно-фиолетовая, нежно-голубая, зеленая, нежно-красная, там нежно и так далее, их там полно. Вот, потом, значит, у нас большие тарелочки. Так, здесь у нас... А, 25 сантиметров. Тоже две. Вот, получаются нежно-зеленые. А также здесь вот есть 25 сантиметров. А есть еще больше, они подороже. Здесь 27 сантиметров. Так получилось, что в посудоцентре, где я изначально начала покупать, а вот эти вот большие тарелочки оставалось буквально штук 5-6, и сделали их со скидкой 99 рублей. А до этого они стоили, по-моему, 450, что ли, рублей, вот как-то так, 350 или 450. Я помню, что довольно дорого. Вот. Ну и я подумала, я так хотела вот эти большие тарелочки, думаю, почему бы не взять. И взяла вот две голубенькие. Там не так много было выбора. Также я покупала тарелки в разных магазинах. Часть я купила в посудоцентре. Часть, по-моему, две вот таких я купила в Перекрестке. И третью часть в Домовом. А, нет, в Хофе. В Хофе, да, я в Хофе купила оставшиеся. Вот эти вот, по-моему, как раз и блюдца, что ли, какие-то. Я сейчас уже не помню. То есть пришлось побегать по магазинам. А предыдущий набор мой я тоже очень много бегала по магазинам, докупала, тоже было очень сложно. И этот тоже. Вот, такая вот она довольно большая, она такая красивая, побольше, чем вот эта. Сейчас мы с вами их сравним. Вот. Ну, не настолько много, конечно, чуть-чуть вот оно видно, но как бы вот так вот. Вот, у нас получается две большие, то есть получается две зеленые, две эти голубенькие, тут тоже блюдечко у нас, две зеленые, две это, и также суповые. В них можно кушать супчик, предыдущие наборы у меня тоже по типу такие же, то есть они не сильно глубокие, как бы такие, ну, вроде бы как для супа, вроде бы как и нет. Вот эти тоже, ну, хотя на суповые называются вот те почему-то. Здесь 20 сантиметров. Не знаю, я планирую супчик у них есть. Супчик, каша, вот, кстати, да, каша. Такая более жиденькая. А здесь вот можно там уже вермишелька какая-нибудь, спагетти. Вот. Вот, тут тоже так же у нас получается две нежно-зеленые и две нежно-голубые одинакового размера. Я потом вам еще поближе покажу в конце ролика. Вот, и также... Получается у нас
Вот такие вот. Такие чашки, на самом деле, я очень давно уже хотела. Еще я помню, в фикс-прайсе постоянно, ну, там часто довольно продаются по типу таких чашечек, но они обычно вот с ручками вот тут по бокам, с какими-то рисунками. А мне хотелось вообще без всего, чтобы именно вот такая вот была. Там все никак я не могла выбрать. А чтобы она была и не маленькая, как бы небольшая, но такая объемненькая. Здесь можно тоже, я думаю, супчик, кашу, творожок, там, я не знаю, ребенка, салатик, вот, да. Я когда покупала еще из расчета, что здесь можно каждому сделать салатик. Потому что мы с сыном делаем, пока там папа наш целый день работает, мы днем делаем салатик. В одной чашечке в такой я себе делаю, отдельно сыну делаю, потому что себе я посолю, сыну я солить уже не буду. Себе, допустим, с майонезом сделаю, потому что мне там захотелось майонезом. Ему уже с маслицем подсолнечным, там, или, ну да, подсолнечным там какой-нибудь. То есть делаю отдельно и готовлю отдельно, чтобы у нас получилось поровну. То есть половина помидорки ему, половина себе. То есть чтобы было все четко, все было поровну. Вот. И также вот с мужем, допустим, мы когда кушаем, я готовлю салат в большой чашке, и потом в итоге мы делим. Я думаю, да что ж я тогда готовила большую, надо было сразу приготовить в двух маленьких чашечках и все. А то так кажется, что а вдруг ему помидоры больше досталось, чем мне, а вдруг там ему не досталось помидоры, а мне вот досталось, у меня вот тут много помидор, или лук. Вот лук мне там достался больше, а ему меньше, хотя он там обожает этот лук. Вот, чтобы такого не было, вот такие вот чашечки, мне понравились они. Они тоже у меня также двух цветов. Ой, господи, там штучка такая, чтобы они не прикасались друг к дружке. Такая же зелененькая. Здесь вот. О, они, кстати, они хорошо отлепляются, кстати. А то я думала, придется еще мучиться. Ах, стекло, да, материал стекло. Сделаны 20 мая 2019 года. Ну, с фикс-прайсе была похожая коллекция, приезжала. Тоже какие-то вот чашечки вот такие же. Вот, не знаю, та, нежно-зелененькая, нежно-фиолетовая или голубая. Вот я уже, вот честно, я уже не помню. Здесь, кстати, 14 сантиметров написано. Вот, отлепляются они хорошо. В случае, если они у вас не отлепляются, вы можете помазать ватным диском, наполненным с подсолнечным маслом. У меня есть на это отдельный ролик, я оставлю в описании. Вернее, в конечной заставке этого ролика будет. Вот, просто помазать там сверху, сейчас не помню, как оно там. Оторвете и помажете там. Ну и давайте, наверное, их посчитаем. Давайте я положу так обратно на место. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ну вот 16 штук получилось. А также там в посудоцентре есть набор. Продается уже в коробочке. Он стоит 2500 со скидкой. Без скидки, наверное, это 3000 или 3500. В нем все то же самое, только вот без этих чашечек. За место этих чашечек входит одна большая чашка, рублей за 300-400, как раз вот эта салатница огромная. Но я подумала, зачем она мне нужна? Мне нужны вот чисто вот тарелки, сел и поел. Отдельные тарелки у меня есть прозрачные, у меня есть красивые. Ее можно поставить на стол, будет гораздо красивее, наверное, не знаю, я так думаю. Может быть и нет, может я ошибаюсь. Вот, короче, вот так вот. И также я купила к ним ложечки, соответственно. Так, вот тут у меня ложечки, покупала их в отдельном магазине, ложечки у меня вышли на 1292 рубля. Давайте их тоже сейчас быстро посмотрим. Поскольку у меня часть набора этих ложечек уже был, то есть я до этого покупала ложку столовую, чайную и вилку уже покупала, я, естественно, докупила просто этот набор по одной, по 5 штук, то есть, чтобы у меня получилось. Один ножик я взяла, ну, нам ножи не нужны, это будет столовый набор, то есть это не когда гости придут. Один ножик взяла просто для обзоров, мне иногда надо, допустим, я там что-нибудь делаю обзор, у меня один ножичек есть красивый, и это будет второй ножик. Вот. И, естественно, вот они, чайные ложечки.
Я вам сейчас еще поближе покажу. Вот, то есть, получается так, что, еще этот набор вот у меня вышел дешево, а у нас в Самаре, в магазине, в ЦУ Самаре, то есть, 6 чайных ложек у меня получилось 500 рублей, а там продается 6 чайных ложек 1500. Представляете? Я так постояла, посчитала, думаю, это чтобы мне купить целый набор по 6 ложек, да? У меня выходит где-то, сколько, 4, 5, 6 тысяч где-то, 5-6 тысяч, представляете? И тут я захожу в другой магазин и нахожу вот эти вот ложечки по 80 рублей каждая, представляете? По 80, там 75 они, сколько, кто-то там 61, кто-то там 85. Ну, я сейчас не буду уже, а то у меня темнеет. Я сейчас быстренько вам, а то у нас уже вечер. Также вот вилочки. То есть я прям вообще очень много денег сохранила. А они все сверху позолоченные. Вот тут вот идут. Позолоченные, а вот тут нет. Есть в этом магазине полностью позолоченные. Ну, не знаю, мне не понравились. Мне вот такие понравились. Вот, наконец, я собрала этот набор. А кто живет в Самаре, вы мне захотите купить такой вот набор, напишите в комментариях или ВКонтакте. В Инстаграме, может быть, можете мне написать, я вам дам адрес, где я их купила. Потому что у нас в Самаре их нигде нету. Я все магазины обошла, нигде нету. Вот только вот в двух магазинах я нашла. Но я думаю, зачем переплачивать? Это тот же самый набор, просто вот они вот так сдирают деньги. Зачем переплачивать, когда можно купить дешевле? Вот. И также у нас большие ложки. Вот они большие. Также там, кстати, в наборе, то есть продается, ну, есть, да, есть и наборами продается, там есть, можно докупить, то есть столовая ложка, как бы, вот большая, есть еще больше, вилка большая, есть еще больше вилка, есть меньше вилка, и чайная ложка, то есть средняя, и есть маленькая, то есть там вот так. Есть там какой-то для торта вот эти вот лопаточки, есть там, может, еще что-то, я сейчас уже не помню. Вот. Ну, они такие довольно качественные, нормальные, красивенькие такие сделанные. Вот это вот, которое я купила. И еще мой набор. Где? Вот, и также мой набор. Ну, уже он не такой красивый, конечно, становится. Тоже такой же с цветочками. Этот набор я уже покупала в Самарской области. В городе Отрадный, конечно, он уже такой попользованный. Но я его тоже здесь положу. Посмотрите сейчас, какой он может стать. И давайте сейчас вам покажу все это близко. Так, ну вот наш наборчик. Вот они, кстати, ложечки, пока я про них там говорила вам. Вот они. Такие вот они вообще прям классные, такие красивые. Они смотрятся очень богато, очень хорошо, очень красиво. Я даже, знаете, думаю, наверное, съездить еще купить пару ложек. Ложек 5-6, потому что нам не хватает ложек. Вот вилки как-то они стоят, они не нужны. А ложек вот именно не хватает. И вот он, который уже пользованный. Они потом вот выглядят вот так. Ну да, немножко они потом не такие красивые становятся. Вот. Ну и тут вот еще пока нормальные. Еще не настолько запачкались. А то бывает у бабушек, у мамы там вот видишь, такие ложки уже здесь запачканы, уже не отмываются. Вот. И, соответственно, ножичек. Один ножичек. Ну, такой немножко, не знаю. Не знаю, как там назвать это. Так, давайте посмотрим с вами тарелочки. А здесь вот я сейчас нашла модель in France. Видно вам? Видно. То, что здесь Франция она. Ну, вот здесь написано вот 25 сантиметров. Чего-то там по-английски. Довольно такая красивая. С этой стороны она матовая. Ну, каленые, наверное, как раз с этой стороны. Вот. Вот у нас с вами блюдца. 179 рублей. Где-то я покупала их. Я уже не помню даже, где я их купила. С этой
стороны тоже матовая. Единственное, выбирайте, смотрите по качеству, потому что бывают какие-то козявки там, которые не отмываются, вот здесь вот. Бывают поцарапанные, вот, допустим, с этой стороны я находила поцарапанные, ямочки какие-то находила, вот именно в перекрестке. Туда привозят, наверное. Вот она здесь вот так выглядит. Ну, так, в принципе, все. Вот. Вот она. Ну, я не знаю, в комментариях я напишу, наверное, да, в комментариях я напишу вам, сколько миллилитров в этой тарелке и сколько в этой, чтобы вам примерно знать, 500 там или 300, чтобы понять, суповая она, потому что я когда покупала, мне было это важно. Смогу я сюда налить суп? Сколько я смогу его налить? Чуть-чуть, побольше, поменьше, то есть, ну, для меня важно это было, для вас не знаю. Вот, и также давайте я сейчас вам покажу быстренько свой набор, какой у меня. Так, вот он мой набор. Черная тарелка. Честно говоря, из нее я не особо ела часто, довольно редко, как-то черная, действительно, не очень. Вот, ну, наливать, допустим, какой-то прозрачненький супчик легенький, вот, мне очень нравится. Вот, то есть, ну, вот, суп мы ели из нее. Вот, и также большая тарелка, она мне очень-очень нравится, я ее просто обожаю. Допустим, купить пломбир мороженое, положить туда и есть, то есть она, ну, она реально довольно большая, как бы вот эта большая и там. Вот также у нас там блюдца есть, и также вот, то есть получается у нас черная тарелка, белая тарелка. А две черные, две белые, и тут две черные, две белые. Такие черные вообще стоят, мы почти ими вообще не пользовались. Вот, и блюдца также там. Две черных и две белых. То есть вот так у нас получается. Не знаю, этот набор я, наверное, думаю пока оставить. Когда надоест мне этот, я вернусь обратно к этому. Но родители меня уговаривают его выбросить, отдать кому-нибудь. Но не знаю, пока что пусть стоит. Потому что, в принципе, он мне нравится. Не вот, чтобы прямо он надоел. Посмотрим, как будет дальше. А выбросить его всегда можно. А вот новый купить сложнее. Вот такой был у нас с вами обзор. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Какой у вас набор посуды, когда вы его купили, покупали ли вы. Может, вы не покупаете, и старых едите. Обязательно купите. Это прививает очень как бы к еде. Начинаешь хотеть поесть. Именно, особенно, когда сидишь на диете или вот что-нибудь такое. Именно достаешь с радостью эту тарелку, накладываешь туда еду, с таким, кушаешь с таким, как же сказать-то, с радостью, с такой вот как-то, блин, на душе хорошо становится. Обязательно покупайте новую посуду, новые тарелки, вот, не ешьте из старых тарелок, вот, и также смотрите другие ролики, другие обзоры, обзоры на продукты, наши влоги, как мы с сыночком живем и как мы скоро в этих тарелочках с ним будем кушать. Обязательно смотрите, моему сыночку 2,5. Вот. И также обзоры на технику. Ну, короче, там куча всего. И всем пока-пока.